которые надо было обязательно уничтожить. И вот так вот наши брали Берлин, значит, в кольцо, потом рассекая эту берлинскую группировку на части и уничтожая ее по частям. Но для того, чтобы взять Берлин, сначала предстояло взять Польшу. Вот за Польшу вот положили очень много, самое большое количество. Мы даже вот, когда брали Германию, мы положили 300 тысяч наших ребят. А за Польшу мы положили 600 тысяч наших ребят. Польша, она, конечно, неблагодарная. Вот вы знаете, что это сегодня самая такая яро нас ненавидящая.